что, дорогие друзья, мы на выставке, на международной выставке рыбалки и охота, ребята. Это просто рай для рыбаков. Я не знаю, тут такое количество всего просто огромное. И не знаю, я захожу, я уже маленько подустал, но мне интересно, посмотрите на эту. Вот это моторище, ребята, я не знаю. Я даже не знаю, помещается у меня. Представляете, какая вещь. Давайте я вам сбоку ее сниму. Просто, ребятки. Эти масштабы, это просто поражают. Это, я не знаю, ребятишки вон гуляют. Реально это круто. Это круто. И стоит он, ребята, давайте посмотрим. Так. Это сколько получается? 2 миллионов? Да, 2 миллиона, ребят. Просто масштабы поражают, ребят. Круто, круто вообще. Просто круто. А вот и Snowdog, друзья. Как же мы, конечно же. Вот он. Вот они, ребята. От компании Bolt Motors, которую я имею честь кататься на таком замечательном мотофиксировщике. Правда, у меня маленько другой. Посмотрите, представлены новинки. Просто круто. Очень круто. Барбос. А вот чучело, друзья. Смотрите, какие чучела. Офигенные чучела просто. Я сначала думал, кошка. На остров. Откуда помню? Это приблизительно. Вся лодка из топка. Вот эти. Идем дальше, друзья. Компания Bolt Motors. Вот он. Сейчас народ маленько ушел. Вот теперь видно хоть масштабы нашего катера. Всего лишь 2 миллиона, ребят. 2,5 миллиона. Что такое 2,5 миллиона для рыбака? Да нет, ничего. На карася прям вообще огромная будет радость. Вот такой имеется у нас надувной. Надувной катер. Сигнальные огни. Достаточно прикольно. Освещается у нас пол. Свечок на рыбу. Да. Просто рундук. Круто. Просто рундук, можно и рады поставить, можно плавать. Круто. Просто круто. Какие блёсны. Так, это у нас коллекционные очки, ребят. Так, видите, такой большой стакан. Идем дальше. Жилеты. Все вообще. О, жерлицы какие, ребят, смотрите. Стандартные.
Так, это непонятно. У нас что-то литиевый аккумулятор. Вот парушечки у нас, ребята. Начнется. Просто огромное количество мормышек. Просто. Огромное. Ребята, это просто шок. Просто рай для рыбаков. Так, а это у нас коробочки разные. Да, вот зимние удочки, коробочки всякие вон. А, тоже считай. Камера. Камера, поплавочки. Так, вот, рации. Что нам надо? Смотрим. Так, это у нас зарядительное устройство, ребята. Так, а это, ребят, что у нас такое вообще? Это что-то, наверное, для охоты. Это, ну, как фотоловушка называется. А вот и камеры. Получается, при поклевке она загорается, да? Да, то есть когда клюет, начинает клевать, и он начинает легать. И ты начинаешь на рыбалку, чтобы было видно, что... Да, вообще прикольно. Прикольненько. И она, если клюнет, он чуть-чуть вернется, она начинает... Я не такие люди адекватные. Так, идем дальше. Для шашлыка, ребят. Вообще прикольно. Какие наборы вообще. Вот это да. Круто. О, какой человечек. От 500 и выше. От 500 и выше. Да, на течение. Так. Здесь у нас мандулы. Здравствуйте. Смотрите, каких разных растений. Птицы попадают в воду. Утята зверят. Да. То есть, соответственно, сопротивление воды и птицы как бы барак. А какой звук она издает, когда... Спасите, помогите! Я слышал какие-то ролики у китайцев бизнес-ролики, когда вот там хлюпает... Огромное количество звёзд, ребят. Просто. Кто тестил в России вот эту приманку, или она только приходилась? Та-та-там. Так, это у нас... Это... Бойло. Все карповое. Кукуруза. Ароматизаторы. Все для карповой ловли, ребята. Все фруктовые, смотрите. Прелесть. Это тоже
термобельем от компании Комфорт. Количество резин. Здравствуйте. Там, на заветную, да, рыбу? А? Говорю, на большую прям рыбу. Почему? Карась, подлещик, плотва, уклейка. Берете, крошите мелко ножницами, крошите в прикормку. Сухари, да, и обжариваете. Сухари и обжариваете. Спасибо. Либо, если хочется нормальную рыбу, чтобы было не стыдно сфоткаться с корешами, а не ловить детей, берете нормальную приманку, оснащаете джигой. Одной джигой 6-0, если офсет, то 7-0-10-0. И все, и будет вам счастье. Отлично. Щука, вот. Это судаковая история. Столько рыбы на дне, столько приманок. Вам покажется, вы просто не пробовали. Вы попробуйте, на самом деле. Спасибо большое. Спасибо вам. Вот это вот. Так, идем дальше. Вот у нас человечек какой сидит, ребят, смотрите. Просто. Сидит, угорает. Так, 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 так. Это у нас одежда. Нормал. А вот и сани для снегоходов и мотобуксировщиков. Что за компания? Непонятно. Вот, кстати, ребят, на мой мотобуксировщик такие сани. Просто великолепные. Видите? Вообще тут можно загрузиться прям конкретика. Даже подстаканники есть. Прелесть. Да, рай, рай для рыбаков. Наверное, так и будет называться наше это видео. Рай для рыбаков, ребята. Чего только здесь нет. Просто офигенно. Так, продолжаем. Продолжаем, продолжаем. Что у нас здесь? Так, здесь у нас стандартные удочки. Это уже оснащенные крокодил вил-вил. Это, ребята, я даже не знаю, что это такое. С такими крючками, скорее всего, на Волгу, на большую воду. Так, жидкие заплатки. Сложно? Нет, сейчас не сможешь. А ты же просто так. Мы все сдали. Всегда был заборот. Когда проводку делаете, да, и цепляться ничего не будет. Лягушки у меня релаксовские, американские, очень крепенькие души. На такую лягушку, вот верьте, не верьте, 26 хвостов легко. То есть там уже, грубо говоря, у меня только хвостик остался, носик точнее. Я ей все равно жует, потому что лягушка, она очень хороший бурум создает. То есть привлекает внимание, даже когда лепесток молчит. А когда вы на чистой воде ее проводите, у нее лепесточек заводится. Вы ее постоянно ведете? Медленно, медленно. Самое главное, чуть завели и медленно-медленно вращать, не быстро. Как и любую другую вертушку. У нас они в аквариуме пляшут много-много лет. Очень много положительных отзывов. Дальше. А вот это, который крайне другая сторона. Нет, это другая форма, но они просто здесь. Эй, пошли. А с другой стороны, вот эти стороны. Готовы? Можно кинуть. Очки просто. Очки. Вот такие жуки, ребят, смотрите. Просто
приманка для ручной работы. Прикольно, прикольно, прикольно. А мы мотор же это... Мотор забрали. Так, это у нас что такое? Вау, самогон-аппарат. Смотрите, ребят, какой аппарат. Ясно для чего. Да, интересно. Сделано хорошо. А вот современные китайцы, они нормально? Абсолютно нормально, просто с цепью гремит сильно. Для кита там есть 84. Так, что у нас тут дальше? Дальше у нас варежки, всякие воблера, всякие помазочки. Да, это, скорее всего, на блесну. Опять маман, как правильно, мандула. Да, мандула. Мандула, ребята. Подарочные наборы. Ну да, как в различных магазинах все то же самое продаются. Рюмочки, тарелочки. Все стандартно, ребят. Чайнички. Да, вот они наборы. Идем дальше. Так, это у нас твоя планета. Ребята, навигаторы. Навигаторы, рации. Кстати, у меня будет сегодня... Надо будет найти рацию. Рацию, да, возможно, мы даже сегодня рации купим. Кто еще не... Не обратил внимание на наш легендарный акцент, пожалуйста, ему 27 лет фотография исполняется. Гармин. Ну, в принципе, Гармин, да, мы пользуемся. А вот только у меня нога. Готовы дать этой приманке даже не жить. А мы предлагаем свой легендарный акцент. Да. Здравствуйте, что-нибудь подсказать вам? Да нет, смотрим, спасибо. Хотите на плачке, хотите на природе, ловится идеально. Рыбка работает без шукарей. Трудовая гамма меняется. Да? Как у меня пятерки, 5 плюс, 36 тысяч. Я за 32 покупал. Переходите к нам за оценок за нашим легендарным. Все спасаем, нужно нырять студеную холодную водичку. Пожалуйста, элементарно просто. 27 лет. С первой выставки на выставке на ВДНХ мы единственная компания. Все для вас. И посмотрите, какие микрики. Не поверите, на первой выставке в ВДНХ мы показывали вот этих микриков. Это было 28 лет назад. И до сих пор никто такого не делает. А нам еще и на руку это. А вот самый знаменитый фокус, пожалуйста. Вау, ребята, посмотрите, какие мыши. Мыши, ребята, просто. Это мы подойдем. Просто. Это на какую рыбу вообще? Представляете? Это просто. Вот это да. Клондайк, ребята, и самое главное, приходите за нашим отцепом. Это просто наше изобретение, самое главное, ему 27 лет. Мы спасаем ваши любимые воблеры, блесны. Видите, зацепил элементарно просто, перенес усилие с вески на трос. В противоположную сторону развернулся и вытащил свою любимую блесну, за которую вы собирались нырять, я делаю это своим отцепом элементарно. Да, это все искусственное. По весенней рыбалке.
А это наш нынешний призрак. Мы сейчас ловим на форель, ловим курочку, а ловим лосося. Представляешь? Такая какая-то будет. Мы все время на подрочке светимся. Так, что у нас здесь? Это жерлицы у нас, ребят. Жерлицы. Опять же, мандула. Блесна. Здравствуйте. Здравствуйте. Никакая глубина. Любая глубина. Мы пока просто смотрим, интересуемся, как говорится. У нас очень интересная сладость. Я пробую на трех больших речках, это Кама Вятка-Вулка, плюс Сартовала, плюс Обского водохранилища района Васильевского. Отзывы очень хорошие. Понял. И что мне нравится в наших приматах, или питомничьи плавающие, вот так эти, или зима-лето. 30 лет. Одна и та же приматка, вы только ножи меняете. Здесь интересная обработка металла, морожение. Это не гальваника, не напыление, это такая обработка металла. Плюс, когда вы работаете с крючком, все три фазы рабочие у этой приманки. Как мы на нее даем гарантию, мужики говорят, что за гарантия. Не поймают ничего, принесите обратно, я предъявлю деньги. А это получается как не зацепляйка, да? Это? Да, это вот монтаж очень интересный. Пробовали вот такой крючок, вот он, не зацепляйка, но там усики очень жесткие, ну, да. И щука зачастую выплевывает, а вот здесь наоборот хорошо. Да, интересно, я первый раз вижу. Найдите в интернете, есть вот этот монтаж, но самое главное, вот все три фазы проверили и работают. Стоит вам переставить крючок сюда, сюда или сюда, вон. И у вас будет ярко выраженная раненая рыбка, на что работает, вернее, реагирует любой хищник. Я вас понял. Понял, спасибо. И вот эта вот снасть очень интересная. Нужно даже, пожалуйста. Вы не представляете, почему это в Финляндии, Аласка острова. А щука 10 килограммов, самолет. 20-25. Без груза она у вас будет плавающая. Трава, камыши, кувшинки. Можно использовать зимой на отводной поводок. На судака, там, на окуня. Можно на балерину, на тирольскую палочку. Но стоит вам добавить груз. У вас хорошая отводная снасть. Дополнительная работа лепестка, любая проводка, которая использует рыбак, то ли это ступенчатая, то ли волочение, лепесток поднимает муч, грязь, а в это место опять хорошо идет хищник. Да, интересно, интересно. И вы только в этой снасти берете и смотрите на расцветку. Когда вы чаще всего рыбачите? Если летом, то лимонные, зелененькие. Если зимой, то вот такие фиолетовые с темными спинками. Понял, спасибо. Это очень хорошая снасть, ловистая самое главное. Окунь, судак, щука и сом. Самые большие можно использовать для сома. Спасибо большое. Так, что мы видим дальше, ребят? А мы идем. Вау, палатка. Вижу, пойдем к палатке. Идем к палатке, друзья. Так. Давай карту посмотрим. Это у нас горелки различные. Конечно же, палатка, друзья. Вот это да. Просто шик. Не-не-не, а новую. Ее не было. И почем такая роскошь? 60. Здоровая палатка. И она даже мне, может, камера даже, ребят, там не вмещается. Насколько она здоровая, представляете? Да, ребят, рай для рыбаков. Различные костюмы. Много. А вот еще вот эти палатки. Просто полно палаточек.
Что вот прям палаточный лагерь. Вау-вау-вау, ребята! Вы представляете? Вот это да! Просто огромнейшее! Стульчики. Так, а это туалет, по-моему. Да? Био-туалет. А ну вон тот кличный. И тот тоже бил. Блин, это целый этот. Это целый. Целый. Вообще. Что ты хочешь? Ну, конечно, это реально человек на 10. Ну, вот он. По 30. Тут можно туз устроить вообще. Да, тут прям. Ребята, круто, огромнейшее просто. Столько. Я уж туда не буду заходить. Получается, раз комната, два комната. И три, наверное. Три комнаты. Заходите внутрь, сядьте. Раз у вас тут камера, обзор сделайте, посмотрите, как это. Это ее надо издалека, она до меня в камеру не помещается. Вообще круто, круто, круто. Ребята, просто. Так, что у нас здесь? Вымотанное, короче, такое. Чего, опустил ближе? А, ружье. Ружье, палатки. Матрасы, видим матрасы. И все остальное. Так, идем дальше. Вау, Вадик. Или Бабик, или Вадик, Вадик, Бабик, да. Иконка Вадик. Просто огромное количество иконки от Вадика. Различные вот фракции, видите, ребят. Ну и, конечно, награды. Как же не без них? Да, просто огромно. Много палаток, ребят. Очень много. Так, идем. Идем дальше. Чехлы. Тубусы, чехлы. Да? Экипировочки всякие, ребят. Получается, сразу можно с собой все таскать. Даже для спиннинга, видите, то все есть. То все есть, ребята. А вон Дунаев, вижу, тоже сейчас мы попадем. Следопыт. Так. Что тут у нас? Груза. Свинец. Много-много свинца. Всякие джиг-головки. Кормушки. Оливки, дроби. Все есть. Огромное количество. Да, сразу покупают кормушки. Это можно купить в магазине, но не знаю, может, дешевле. Да, нет, не дешевле. Так, мустат. Что у нас здесь? Крючки. Покупали штуки, потому что
Идемте дальше. Так, спиннинги. Спортфиш. Давайте подойдем сюда. Это зима. Масштабы огромные. Просто огромные масштабы. Еще туда уходит. Вот это да. А по этим одинаковым? Тульская мормышка. Сюда пойдемте. Я не знаю, смогу сегодня обойти. У нас время есть. Так. Оружие тоже. Сейчас мы пойдем. Охот актив. Да, здесь охота. А, ну здесь мы павильон для охоты. Охоты. Ну и как же, конечно, сабли. Сабля, ребята. Оружейный стиль. Просто круто. Очень-очень круто. Карман бросил, так и так на тебе столько всего. Ребята, просто. Чё только нету. Смотрите просто. Какой казан. Или что это вообще такое? Самогонный аппарат, что ли, непонятно. Приклады для оружия. Да, круто, еще круто. Круто, ребят. Вообще просто. Идемте дальше. Да, это стандартно. Муляж, наверное, гранат. Это тоже муляжи, наверное.
Да, мы люди, конечно. Что там так кричат? Вот это у нас же это сколько ребят. Вообще прикольно. Огромное количество ножей. Просто давить не надо, просто вы, нет, вы вот прицепали, если бьёмку положили, и просто можно весело. Да нет, вы просто положите, как обычно. Вообще, вот просто положите, спокойно, это не надо куда. Да не проводите, вы показали. Пойдём дальше. Пять ножей. Кому? И Пеппа Пова есть один из них, еще кто-то, где-то 2-3. Но они закупаются нормально. Клинки. А тут, походу, одни ножи, ребят. Да? Одни ножи. Скорее всего, каждый из них можно подобрать. Различные дерева. Пойдем еще посмотрим. Дерево. Дерево просто. Ребята, это рай. Рай для охотников и рыболовов. Крики уток.
Работал в нашей мастерской 6 лет на выставке. Что такое? Чучело стоит? 12 тысяч на радиоуправление без манка, 16 тысяч со струйным манком, 4 гусиных звука. Можно написать. Да? В Москве в Химке. Наша мастерская, это наше производство. Сейчас 20 штук где-то готово, а остальные чернота здесь и не есть. А вообще манки-то не кроме. Где ножи, ребят? А где ножи? Да, это очень опасно. Да, я разбираюсь, как пистолет не запчастался. И снова ножи. Снова, снова, снова. Пойдем в кровь. История такая непростая. Смотрите, все зависит от ситуации, в которой мы работаем. Российский сертификат. Да? Раньше было два. СЭС и СЭС. И Ростов. На СЭС сертификате были выписаны все материалы медные. Семерочки. Калина есть? Калина нет. Вот, ну, центральный, южный, да? Да, ребят, огромное-огромное количество, просто, я не знаю, у меня глаза разбегаются. Со всех сторон. Чего только нет. Вот от хмуров даже есть. Видите? Все. И опять гранаты. Что такое? Ну, где гранаты? Да-да-да-да. Итак. Вот это да, ребята. Это, скорее всего, он не настоящий. Потому что настоящий. Не, не настоящий точно. Прикольно. Просто прикольно. Ребята, просто. Так, а это у нас что такое? А, все. Прикольно. Субтитры
Вообще круто. Вообще, ребята, просто рай для рыбаков. Чего только нету, друзья. Спальники. Долина 20. Здесь все связано с охотой. Я сейчас раздавлю еще за ней. Да. Надо думать, когда висит цена нормальная. Это у нас картины. Картины. Фонарики. Мотор. А, это, наверное, на багажник. Да, это на крышу автомобиля. И получается, он раскладывается. Да. Оно и есть, ребят. Моторы. А это уже прицел ночного видения, наверное. Давайте посмотрим. Ну тут охота. Этот ряд, это у нас охота. Конкретика охота. Тут огромная линейка. Вау, вот это лодки, ребята. Идемте посмотрим. Вот это да, 4.30. Вот это херовина, друзья, это просто. Представляете? С надувным дном получается. Вот это да. Просто офигенная. Ребята, чуть не пропустил. Смотрите, какая вообще вещь. А цена гепарда? Сколько сейчас стоит? 900 тысяч? Нет, гепард. Ребята, вон вообще, смотрите. Это вообще жесть. Просто космос. Ну как, пошли. Вот это да. Лука. Смотрите, какой аппаратище. Стоит он 1 200 000, друзья, берем. Просто. Это просто масштаб. Так. Марго. 3.60. Надо мной пол. Здоровая. Так, 3.40 у нас идет камуфляж. 41 000. Смотрите, как какая достаточно большая лодочка. 3.60. Ямаха.
катушки. Все, что связано, наверное, с моторами, с винтами и всем этим прочим. О, какая лодка. Байдарка. Да, мне что, в Москву ехать? Одинаковая борда и прочее. Вот этот такой, который можно сполоснуть, помыть, а это уже так для сухой одежды, вещей там. Ну вот это, конечно, монстр, ребят, просто. Я не знаю, особенно там, где девушка стояла, это вообще просто. Я не знаю, она уже наверху, по-моему. Низкое давление колес. Низкое давление, да, согласен. Вау, такой же аппарат. Друзья, такой же аппаратик. Такой же аппарат. Вообще круто. Просто круто. Идемте дальше. Ну, жизнь другая уже стоит, видишь? Да, ну идемте, наверное, в павильон, где у нас рыбалка. Пойдемте. Так, ребят, а это у нас что? Холодильники, да? Получается, холодильники, наверное, для хранения рыбы и всего остального. Ящики. Прикольные, кстати. Прикольно. Комбинированные такие. Так, идем дальше. Сколько тут всего? Макушки. Да, и она прям сразу там грунт там весь. Гладиатор 380, друзья. На готове. Так, так, так. Так я не пойму, это что там такое? Его там нет рам. Ребята, напишите в комментариях. Не дураков. Что это такое? Я так понимаю, это. Фото. Получается, при появлении она нас фотографирует при движении. Скорее всего, друзья. Так, а это у нас. А это дайва, друзья. Дайва. Так, что у нас здесь, друзья? Здесь у нас фонари. Мультитулы, опять же, ящик. Ребята, которые представляют там. Вот огромное. Вот актив. Вот линейка оружия. Пневматика. Пневматика, ребята.
ребята, смотрите, какие у нас. Пневматика. Здесь у нас прикольно. Так, ну вот, друзья, мы опять вернулись к рыбалочке. Так, ну давайте пойдемте куда-нибудь. А это стойки, да? Стойки под удилище. В данный момент вот под двор. Можно хранить дом, как говорится, как положено. Прикольно. Ну, это, наверное, коммерческий магазин. В обратном порядке. Мне надо купить костюм, чтобы посмотреть. А это кормушки. Вау, кормушек, сколько кормушек. Это Денис Аксабеев, любимые кормушки. Смотрите, каких только нет видов. А вот, ребята, и волжанка у нас. Смотрите, это все, что завоевала волжанка. Первое место. Круто. Круто. 25. Это у нас подиум, ребята. Так, идем дальше. Слушай, я не зайду, там народ. Это такая. Я спортсмен. Петрушка Волжанка. Просто много народу, ребят. Очень много. Большое количество народа. А вот, ребята, и Дунай. Там, говорят, очень интересно. Ну, да, для наших фигур. Смотрите, вся линеечка. Итак, тут у нас что, ребята? Следопыт. На кассу. Когда мне розыгрыш, туда билет в карман сзади. Вот тебе сзади. Да, народу прибавилось. Когда мы пришли, было меньше намного. Дунаев, следопыт. Экипировка. Да, неплохо. Так, колоты. Это 3D, понимаете, это игрушка. Ну, опять же, если вы посмотрите, все нормальные блогеры там все, собственно, это игрушка. Это если у вас есть деньги, например, пожалуйста, подпишитесь. Колотики.
на Мэтта Гарни. Во-первых, он поддерживает ключа от формата карты. Там, кстати, идет розыгрыш. Розыгрыш, розыгрыш. Что у нас там? Да, скажите, рыбалка от Бога. Муж, дом, работа. Муж, дом, работа, охота. То есть, когда у вас рыбалка отдельно, а муж, дом, работа, охота. Я бы два приза отдал, мне жалко и так. Друзья мои, налобный фонарик. Я называю эту замечательную вещь, это незаменимая вещь для ленивых людей, понимаете? Либо для тех, кто работает головой. То есть его даже в руках держать не надо. Итак, 48.06. Огромная линейка крючков, друзья. Каких только нет. Огромная линейка. Стоят прикормочные кораблики. Смотрите, каких только нет. Большие, огромные, красивые. А цена? Цена. Ой, эти матрасики. Цена не указана. Связаны с мушками. Вяжем мушки. Можно мне еще вапин? Вот это, айсвинда. Ну, подороже воды. А вон, Сергей Алексеевич, сорви зеленый. Ну, там подойдешь, как купаешь. Это? Ну, конечно, как купаешь. Солив. А есть зеленая? Конечно, тебе мощный. А это, ребят, подводная охота. Даже экипировка есть. Для женщин и детей. Просто. Это мы здесь были, только нам с другой стороны. Да, мы здесь были. Это все для карпа. Карпик. Так. Что у нас здесь? А у нас.
что значит теперь? Какая палатка. На 300, на 2300, ребят. Смотрите, какая огромная. Надувная? А, надувная. Да, ребята, надувная. Надувная. Это, мне кажется, плохо. Очень плохо. Лучше каркасный. Ребят, посмотрите, какая техника. Да чего? Да, вон с винтовкой. Просто техника в огонь. Прелесть. Вообще прелесть. Двери не открывать. Тут сидят охотники. Все для охоты. Ребята, у нас дары Камчатки. Вставленная корочка, рыба, ну, конечно, тут и корочка. Красота. Так, здесь что у нас, посмотрим. Здесь сало, колбасы. Карпаччо. Круто. Колбаса из конины. Возьмите два зайца. На пробу. Смотрите. Так, пойдемте дальше посмотрим. А это что такое? Я даже не знаю, что такое. А, ну да, обычно. Спасибо. Один пакетик вам? Один пакетик? Ну, какие гостеприимные. Все дают попробовать. Так что вообще молодцы. Так, это у нас алтайский мед. Купают мед. Чаи. Разный чай, любовь на любой вкус. Ребята, тут тоже что-то, всякие, наверное, приправы или еще что-то. Так, ну и снова рыба, обязательно рыба. Как же мы без рыбы? Также и корочка, ребята, все у нас есть. Любой цвет и вкус. Даже пробовать дают. Смотрите, какая наветочка. Круто. Сырок. И много-много мяса. Очень много. Здравствуйте. Когда мы начинали, 46 копеек. Горный чай. Горный чай, горный чай. Алтайский мед снова. Дают опять же пробовать. Ветки и нервы. Что? Ну разве пчелы носят? Печка. Я вам дала для пробы. Здоровая
сода. Сейчас пить. Это классика. Вот, если вот его это взбить, он будет такого же плана. Пичин, да. Да? Нормально. Да. Раз, два, три. Вкусно, это. Сюда с горчинкой. Корочка. Горчинкой? Да, вкусно. Так, ребята, просто все очень много и много. Очень много всего интересного. Очень много интересного. Отложила. Да, одна баночка 400, три любые на 1000 мельчайшие шишки и жидкие. Да. Просто слюни текут. Круто. И, конечно, ароматы тайги. Все, что связано с тайгой. Все здесь, ребят. Грибочки. Черешни вяленые. Сушеные грибочки. Все есть, ребят. Вообще круто. Какой аппарат. Вот это да. Да, такой не потаскаешь точно. Круто. А, и снова мы пришли сюда. Снова мы пришли, дорогие друзья. Мы здесь. Здесь стоят вот эти мощные вещи. Опять же, ребят, мы вернулись к нашим катерам. Вот. Ну, реально круто. Круто, круто. Висит сот. Просто. В этом зале, да. В этом году что-то мало. Просто висит сот. Представляете, какая, ребята, она здоровая просто. Блин, круто. Сколько он жрет? Жрет он прилично. Думаю, прилично, ребят. Ну, Vectory, ребята, Vectory, вот такой тоже имеется аппарат. Прикольно. Все, у нас стоит эхолот Lowrance. По-моему, Yamaha сотка стоит на нем. Моторчик. Салон. Салон отличный, друзья. Отличный. Просто отличный. Да. Сотка. Стоит сотка двигатель. Да. Круто, блин, это круто. Ценник я не знаю, но я думаю, офигенный ценник. Винт снятый. А вон еще, друзья, это я вам не показал, давайте пройдем. Смотрите, какая там стоит. Моторы, Yamaha. Вся линейка Yamaha. Вот Сережка у нас пришел. Гладиатор, ребята, тоже вся линейка. Смотри, сразу кто-то покупает. Уже первый сворачивает. Я и говорил, что третий или четвертый, он здоровый тоже свернули. Блин, прикольно. Вот, вот это, видишь, Серег, вот это уже есть о чем поговорить. Вон он, внизу какой. Вот это, вот, тут уже есть о чем поговорить. А вот сверху это вот как у меня.
Ну круто. Вот что он красный, смотри, он тут здоровый, блин. Ребята, 147 с дистанции, 30-шка. Да. 9,985. Про. А, кстати. Тоже Меркурий. Тут гладиатор. Ребят, посмотрите. У нас получается как помпа ушла, да, ребят? Тут так нарубленная нет. 40. Получается, да, наверное, помповый. Ребят, напишите в комментариях. Помповый или как? Я вообще просто не понимаю. Винта нету и не понимаю. А это вот наш с винтами. Тахацу. Вся линейка Тахацу, ребят. А, вот, вот. Мы не дошли до катера. Вот он, катер моей мечты, друзья. Просто ценник. Хотите, скажу ценник? Давайте. 1,8 млн, друзья. Всего лишь. Что нам стоит заработать 1,830,000? 900 рублей еще, заметьте. Без 100 рублей. Отлично. Отлично. Да, вон. Прелесть. Здорово, давайте вам сбоку покажу. Вот, ребят, как он здоровый. Просто. Да, надо придется покупать джип, чтобы все это таскать. Потому что моя Калина это просто не упрет. Круто, круто, очень круто. А вот, ребят, как байдарка, непонятно, что это такое и как называется. Тоже продается гладиатор. Ну, видимо, стоя на ней нам плавать, да? И вот весло. Блин, круто. Очень-очень круто. Также, ребята, францевые колеса, которые мы тоже устанавливали. И также дополнительный крепежи можно приклеить на лодку. Прикольно. Вон они сейчас сверху. Даже с газлифтом есть. Может складываться. Вон как столик получился. Получается прикольно. И зимний был. Снова Yamaha. Тут уже крупные моторы. 70, 50, 25. Да, ребята. Ценник. Смотрим. 624 000. Кредит на 14 500. Отлично. Масса с винтом 119 килограмм. Очень легкий мотор. Вот он, ребят, как выглядит. Достаточно массивный такой. А вон те аппараты тоже. Я не знаю, реально круто. Вот он, сейчас парень пытается залезть. И он залез. Круто. Вообще круто. Колеса. Удовление, смотрите, даже как газовый баллон. Просто огромное. Сколько же он ест? Садись на тарантас. Представляете, сколько он жрет. Стоимость, ребята, 750 000 рублей.
Азимут. Когда они отталкиваются. Вот то же самое, короче, здесь сделано. Вот для чего. То есть, когда вы делаете работу, два магнита пытаются соединиться, отталкиваются и раскачивают воблер. Это лучший воблер по ловле щуки висеть. Лучший воблер. Смотрите, как он раскачивается на рывке. Чего? Щуки спросите, как он. То есть вот раскачивание воблера. Вот он остановился и качается, видите? Все видят? Вот это раскачивание, оно в топ номер один входит. Тут я уже третий год подряд этот воблер половлю весенний щуки, именно весенний щуки. Почему весенний? Потому что летом я уже ловлю, ну, больше там и судака, и переключаюсь на другие приматки, не воблерной темы. А вот если весной, я думаю, что и вообще в любое время года он будет прекрасно ловить. Это такая тема, которая, во-первых, он летит метров на 70, он весит 26 грамм, если мне память не изменяет. Он просто как из кучки влетает. Поэтому можете облавливать любой водоем, не боясь того, что там не добросите, удачи. В этом нет никакого смысла, реально. Ведь нет продажи, ближайшие два года их делаем, как мы это ловим, может быть, это нам в жизни пригодится. Щука, окунь, жерех, судак, что кто ловит? Щука, ну давайте за щуки начнем. А тут мне сейчас разорвешь пополам. Так, начнем со щуки, вот с этой приманки. Я ее только что показывал недавно, может быть, видели, но еще раз про нее подробно расскажу. Значит, что это за приманка? Эта приманка называется 4Play. Она создана компанией Savage Gear лет 300 назад. Ну, не 300, конечно, лет 12 назад ее придумали как приманку для ловли, которая помогает вам поймать абсолютно инертную щуку, пассивную. Та щука, которую вы приезжаете на водоем, она вчера ловилась, а сегодня прекратилась. Ну, что-то происходит, и вы не можете никак ее вытащить из укрытия. Пассивные щуки — это такая тема, ну ладно, не так, активная щука два раза в году, вчера и завтра, а сегодня ветер поднялся, давление изменилось, что там еще, ну встал не с той ноги, ну короче. Так вот, вот этой приманкой мы лет 10 уже пользуемся, я считаю, что ее лучше по пассивной щуке. Как работает приманка? Вот так она работает, лучше смотреть на меня, пока я буду много раз забрасывать. Значит, сначала делайте просто полоборота катушки, больше делать ничего не нужно. Не нужно твичить, не нужно дергать, не нужно тянуть. Вы просто, еще раз на меня смотрите, просто делайте полоборота катушки. Полоборота, либо полный оборот катушки, не имеет значения, сколько оборотов, не больше одного. Не болтай водички, а то не видно. Значит, у этой приманки есть одна особенность. Она тонет с определенной скоростью, это 1 секунда 10 сантиметров погружения. То есть досчитали до 10, насколько она утонула? На метр, отлично. Значит, как работает приманка? Забрасывайте за корягу, считаете до 10, опускаете ее в корни деревьев, если у вас глубина метра. Проводите ее в корнях деревьев, вытаскиваете ее оттуда. И опять считать начинаете, она опять у вас ложится. Потом дальше начинаете дальнейшую проводку. И так далее, и так далее, и так далее. Очень удобная тема, когда вы работаете по какой-то поверхности, где заросший водоем, а потом у вас какая-то глубина начинается. Ну, в общем-то, такая палочка-выручалочка при ловле пассивной щуки. Это единственная приманка, которая показывает вот такой эффект, когда она поворачивается в полоборота и останавливается тут же. То есть это 90-градусный разворот, это как раз та тема, которая нужна пассивной щуке. Кто-то из вас видел, как атакует щука под водой? На съемке же все видели. Вот она преследует сзади, атакует всегда поперек приманку. И как раз вот этот разворот, ну просто такая, как бы сказать, такой триггер для того, чтобы эта щука начала атаковать. Сколько есть? Они бывают трех типов: 32, 20 и 10 грамм. Они вот у ребят есть, пожалуйста, подойдите, посмотрите. Она стоит 15 тысяч рублей. Нет, конечно, у нас нет в районе 1000, там она продается. Так, ну все, ребята, закончилась наша выставка, вот, едем домой, я купил две рации, дай бог, домой приеду, вам покажу. Ну все, едем домой, ребята, все, всем пока.